Взрыв был очень сильный. Это было где-то в 20 минут 10-го. Летело, свистело, грохнуло. Все посыпало, все полетело. Вот вам и весь взрыв. Борщ доваривала, ну не доварил. Компот вылила, который сварила со стекла. Все стекла в компоте. И в борще, наверное, тоже вылив сейчас. Нет он ни шифера, ни стекол нету. Ни рам нету, ни на гараже. Гараж вывернула, ворота все перегнула на том гараже. Ну а что тут рассказывать? Вы же сами все видите. Ну что тут можно рассказать? Смотрите, что делается. Полный дом стекол. Мы ничего не слышали, мы сидели, вечерили в кухне. Да. И в кухне было нормально, тихо, и все. Ну, а кто на улице, говорят, пролетело, слышно было. А мы были в хате. Взрыли, когда полетели окна, мы тогда услышали. Да. Сильно повыбивало из окна. Из 9 окон одно осталось. И только то, что новое, на проветривание. Ну, замки поломанные, нет, закрывается. Чердак поврежден, шифер полетел. У соседей точно та же история. Так что всем досталось. Да. Все окна повылетали. Все, да, да. На чердаке вылетели. И на гараже все. Я стоял здесь и перешел в ванную комнату напротив. Вот она стоит напротив. И там уже в ванной комнате, зайдя, сделал шаг, я услышал шипящий звук и хлопок. Меня там подбросило, перевернуло, стенку ударило, я не понял, что это. Когда я вышел в коридор, я видел, у меня нет двери, пыль стоит, телевизор работает, нет окна, я не пойму, что это такое. Я, когда я начал себя приходить, вышел, посмотрел, мне все у меня, все в стекле. Стоял здесь буквально, если бы стеклом бы этим посекло, все, слава Богу, что я вышел. Все прошло очень быстро и очень печально. Машина новая, гараж сложила, ничего нету. Вот спасибо, люди добрые дают, то есть без обить окна. Сразу вечера был шок, я не понимал, темно, до конца все степени разрушения. Все, то, что я делал всю жизнь, в один миг превратилось в ничто. Можно начинать заново, только нет уже того здоровья. Придется страшно.